Буэнос, диас перцы. Едем за сейфную визарет ваш экрана, а это значит, что мы продолжаем раскатывать всякую хрень в блин в Borderlands. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и погнали раздавать. Так. Что у нас там? Ключик, говорите. Кстати, в тему о скиллах. Так, ухмылочка. А, вот. Атаки кровокрыла заставляют выкидывать врагов дополнительные предметы. Чё, больше никто не хочет умереть. Поехали. Куда я, блядь, вообще еду? Все-таки в офис. Опять. Где-то я там, видимо, косякнул со сдачей квеста. Кто там, сука, наструливает-то, блядь? Блять, по-моему, бьют отовсюду. Демоны ебаные. Кто там, сука, сзади? Этот догорел. Тух. Да сам ты козлина, блин.
Ну хули, можно сваливать. Еще одна ачивка, это я люблю. Не стесняйся. Ну давай, на такси плюс. Че, идем дальше? Идем дальше. Что за нахер? Я не могу нормально крутиться. Когда есть мои машины со своими страшными иглами. Чувствительность мышки вывернута просто на максимум. Знаете, кому доверять? О. Довериться всегда можно оружию. Так, 141, говорите. Вот это вот беру. Что у меня с мышой произошло, я так и не понял. Чем вы сами видели, что было? Что в предыдущей локации все было за лица. Ёбаные собаки. Я бессмертен! Ха.
Так, куда мне, собственно, топать-то? На самый, сука, север. О, очухалась. Оказывается, нужно было всего лишь альтабнуться. Я иду нихуя не туда, куда надо. Вот с этой хуйней придется потягаться. Сюда, блин, шурмы недоделанные. О, хпшки, наконец-то. Где там безбашенный скак бродит? Ладно, лишнего не прыгнуть. Что-то далековато отошел, не находите? Большой, злой и дохлый. Ненавижу собак. В плане собак-мутантов, конечно же. Ёбаный скагапокалипсис. Просто ёбаный скагапокалипсис. Так, здесь дорогу расчистил, вроде бы. В мусорке нет ничего.
Ну, вот с этим пидорасом придется головняк поиметь. Главное, чтобы это хуибло меня сейчас не достало своим ебучим топориком. Сбит. Да, эти хуи здесь тоже летают, судя по всему. Так, мы только за мостик успели выйти. Там опять какая-то хуйбалда сверху, по-моему, сидит, нет? А, вон. Качок. Че эта сука где-то летает? И не одна. Ёбаные птеродактили, сука, где ж вы носитесь? Так, сбитие засчитано. А вот качка можно поиметь на итемы. Одной простой методой. И оп! Где еще один кач? Ух, нихуя себе. Гори, сука. Два хп, ебать. Как это я так затащил? Демоны ебаные. Успел.
Нужно хоть что-то автоматическое. Ебать, он... Всего 14 баксов? Что? Только я иду не в ту сторону, ну да похуй. Хм, проблемы. Я, собственно, туда и шел. Почти непрерывный поток свинца, а? Кто там сзади такой умный, блядь? Это еще что за херь? Где ты, сука, бегаешь? Гореть, сука. Сука. Этот определенно добегался.
бум. Забывайте, самое лучшее оружие можно найти только у Маркуса. Лекарство на любой вкус. 333, бля. 166, 37. Как в этом левел требуется 16, бля, рановато точнее. Если нужны лекарства, подходим и берем. Бля, ебать там потярой запахло. Купи аптечку, не пожалеешь. Сука. Короче, опять габыло. Так, Саныч, разомнись. Да блять! Я заебался резаться. Ну, верите, не? Я натурально заебался респавниться. Кому нужен врач? Бля, че я делаю? Так, одного унизил. Вот эту вот мелочь пузатую надо вынести. Так, этот в минус. А вот и наш паровоз. Делаем хитрый ход конем. Рады, что
Где ты есть, падла? Давай. Помогите, я тут помираю. Чуть-чуть не успел, вот буквально чуть-чуть. Сейчас придется его заново походу мочить. Ну да. Я, кажется, разобрался, как ту тварь валить. Не дотянулся, блядь. Что за ход? Ах ты ж сука. Блять! Да ладно, я успел. Последним, сука, патроном. Вот это пот. Вот это пот. У одной из сторон обязательно есть преимущество. Сделайте так, чтобы оно было у вас. В мире полном неожиданностей всегда можно рассчитывать только на оружие Маркуса. Так. Так. Короче, продолжаем. Посрать. Фух. Так, что там дальше по карте? Дальше какая-то кишочка. Вот, наверное, на этой кишочке мы и прервемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.